По словам Нуркина Султанова, на сегодняшний день уже подписано 40 подобных меморандумов. Однако заключены они лишь с предприятиями, которые пользуются мерами господдержки. Однако в городе 30 крупных предприятий, и договоренность о социальном партнерстве есть не со всеми. По словам акима, проведенная работа позволит обеспечить мерами соцзащиты, такими, например, как сохранение рабочих мест большинство горожан. Чтобы у нас какая-то была гарантия о том, что, значит, вот эти предприятия будут социально ответственны своим работникам. Это очень важно, все-таки надежно. Вот эту работу надо провести как можно быстрее. Проведите ее на уровне вот моем или моего заместителя, подпишем меморандум, и все равно на сердце будет чуть-чуть.